Многоуважаемые инвесторы, уважаемый госпожа посол, дорогие друзья, сегодня у нас приятная встреча. Как помните, в том мультфильме «Мы строили-строили, наконец построили». Да? Вот это примерно из этой же истории. Это действительно большой инвестиционный проект, который мы реализуем совместно с международной шведской компанией ESCI. И здесь есть и вложения Тульской области. По нашим обязательствам, вы помните, коллеги, да, что мы обязались 2 года назад построить дорогу к новому производству. Свои обязательства мы выполнили. В прошлом году дорогу завершили строительство, ввели ее в эксплуатацию. И вот сегодня мы находимся здесь, чтобы дать новую или дать жизнь второй очереди производства в Советске. Компания ESCI имеет 4 площадки в Российской Федерации. И что приятно, что 2 площадки находятся на территории Тульской области. Это Венёв и город Советск. Но в прошлом году мы здесь сажали с вами деревья. Помните, да, 3 дерева у нас было. Очередь сейчас 2-я. Поэтому надо, конечно, думать уже и о 3-й очереди, потому что деревья уже 3 посажены. И хочу сказать, что у компании есть хорошие результаты, потому что вот мы видим ее продукцию. И сегодня 80% продукции компании продается той продукции, которая произведена на территории Российской Федерации. И, конечно же, сказать, мы надеемся на то, что компания будет развиваться, компания будет расти, рынок будет комфортным для компании. Ну, а Тульская область всегда была, есть и будет комфортным местом для привлечения инвестиций и комфортным местом для размещения своих производств не только для наших шведских коллег, но и для наших коллег со всего мира. Мы открыты, мы готовы быть всегда здесь для того, чтобы приходили вы и размещали свои производства, зарабатывали деньги, развивались. Ну и мы комфортны не только для того, чтобы работать, но у нас еще очень много хороших мест для отдыха. Поэтому у нас сегодня с вами день рождения Льва Николаевича Толстого, да, если мне память не изменяет, да, и фабрика у нас называется «Толстой 2», да, вот, и мне кажется, для каждого шведа очень важно в такой день не только фабрику открыть, но еще заехать в Ясную Поляну и побывать в тех местах, где творил наш великий писатель. Я всех поздравляю, коллеги, с этим хорошим днем, с хорошим продолжением нашего сотрудничества, и нам всех успехов. Спасибо. Расчетная производительность 2500 палет в день, сутки, да? Сутки, да, на вход и на выход. Это полная его мощность. А вход вы имеете в виду? Вход идет с производства, да. Как с производства, вот с галереи приходит продукция, так и прием импортной продукции, прием из Каменогорска продукции. Значит, еще раз, сейчас сколько вы сказали? 47 человек общей численности. Да, да, это есть люди, которые, да, круглосуточно работают. И как часто ломается у вас? Пока на этапе отгрузки бывают инциденты, либо датчики какие-нибудь не срабатывают, либо продукция где-то застревает, устраняют.